Последней точкой в рамках рабочего визита Валентина Матвиенко стала промышленная площадка. Спикер Совета Федерации вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Олега Мельниченко осмотрела цеха, где выпускают электрооборудование и станки с ЧПУ. Изготовленные в Пензе изделия широко используются в химической, нефтяной, газовой отраслях, а также в атомной энергетике, на железнодорожном транспорте, в судостроении. На предприятии было осуществлено техническое перевооружение, и это положительно сказалось на увеличении производительности труда и качестве продукции. Сколько? 400 человек работает? Сколько? На этой площадке? Да. 500 с лишним. 500 с лишним. А если с учетом того завода еще? У нас около 700. Да ну молодец, реальное производство, реальные рабочие места, полезная продукция, конкурентная по мировым оценкам. Ну так и надо. Вот если бы каждый нашел свою нишу и так начал работать, другая бы экономика была.